Я хочу сказать про то, как можно работать с маршрутным общественным транспортом в области Приднестровья. В общем, коротко о том, что представляет себе маршрут как данные. Они представляют себе линии, по которым ездят автобусы, троллейбусы, трамваи. Вот. И остановки. В чем двух разрядов? Как роутинговые точки на дорогах и как места, где пассажиры ожидают транспорта. Вот. Очень коротко, как они описываются в области ритмы, они описываются в виде отношений. Вот. Причем отдельно выделяются отношения, ну, направления туда и обратно. Вот. Возможно, более сложный вариант, но как бы редко. Вот. И чтобы подчеркнуть связь с этим направлением, мы включаем общие отношения. Вот. И как говорится, область ритмы, с данными можно делать много всяких раз включить. Вот. Достаточно много существует сайтов, которые реагируют маршруты. Вот. Я хочу обсуждать один и второй, потому что я начинаю, в общем, его создание. Вот просто пример какой-то. Вот. Для того, чтобы рисовать маршруты, я написал специальный скрипт, который анализирует маршруты и готовит данные к тому виду, чтобы модник он не рисовал. Вот. С маршрутами есть ярко выраженная тенденция, что их рисуют по трендеру. То есть делают так, чтобы он красиво отразился на картинке, на каком-нибудь сайте сайтов или там на многих сайтах. Вот. При этом как бы реальность мало кого волнует, там порядочность маршрута и так далее. Вот. Поэтому, в общем-то, родилась идея, что надо делать валидатор, который бы проверял маршрутную корректность, потому что все эти другие задачи типа родины по имеющим маршрутам достаточно тяжело выполнять. Вот. Поэтому я тоже прекрасно, который мне написал, добавил проверку на ошибки. Вот. Валидатор пока работает в логотестовом режиме, проводит даже Московскую область, и вообще уже здесь могут быть решены проблемы. Но... Вот, пожалуйста, маршруты в Московском районе Горянова. Вот, пример маршрута с ошибками. Показано, что в маршруте есть 4 ошибки, 4 разрыва в линии. Вот, кроме того, картинка это хорошо, но хотел бы, чтобы что-то более осмысленного и современного. Поэтому я написал, опять же, пока только в Московской области, сражение постановок в виде векторных точек прямо на карте с маршрутами. Вот, если мы нажмем на любую остановку, то мы получим список маршрутов, которые там проходят. Если нажмем маршрут, получим список его остановок. Вот, все эти данные берутся из ритмы. Вот, как бы, и я опять же надеюсь, что наличие такого инструмента позволит вносить более полную и корректную информацию по маршруту. Потому что, в частности, если для рендеринга все равно, в каком порядке располагаются маршруты остановки, то вот для этой системы уже не все равно, потому что он отображает списки именно в том порядке, в каком они должны попасть. Ну вот, пожалуйста, ссылки на все, что упоминалось. Вопросы? Ну, для коротких. Спасибо.